Пациент номер 239 приглашается к окошку 5. Уже к вечеру жительница Белогорска Ирина Вербицкая планирует вернуться домой. В областную столицу ее направил лечащий врач. Женщина жалуется на боль в почках. Раньше, чтобы обследоваться, приходилось тратить чуть ли не весь день. Сейчас, рассказывает амурчанка, все гораздо быстрее. Очереди какие, да, были. Сначала у регистратуры, потом у кабинетов. В регистратуру разгрузили, как говорится. Талончик берешь и не стоишь в очереди, а тебя вызывают уже. И все просто по номеру в какое-то окошечко. В регистратуре теперь нет криков и конфликтов. Электронный сервис упрощает работу медикам, бережет нервы клиентам. Так, время регистрации пациентов сократилось в 5 раз. В среднем за одну смену поликлинику посещает 500 амурчан со всей области. Здесь принимают специалисты, которых нет в районных и сельских больницах. Челюстно-лицевой хирург, торакальный хирург, нейрохирург. Таких врачей, таких специальностей на приемах в городских поликлиниках нет. Проктолог. Эти пациенты идут к нам. Поэтому, если уже говорить о процентном соотношении пациентов, то процентов 30 – это жители города Благовещенска. Кстати, вот уже 4 года в поликлиниках области действуют электронные амбулаторные карты пациентов. Вся информация хранится в компьютере. Врач теперь может отследить маршрут пациента, когда и у какого доктора был амурчанин. Пациент был у меня последний раз в 2015 году. Я открываю осмотр, вижу, какие у нас были проблемы на тот осмотр. Мы консультативная поликлиника. Пациенты у нас приходят не каждый месяц. Они приходят по мере необходимости. В областной поликлинике, говорят, главная задача сейчас сделать работу учреждения более эффективной. Для этого необходимо решить кадровый вопрос и облегчить работу медперсоналу с помощью электронных сервисов. Больше времени теперь у нас остается для того, чтобы пообщаться с пациентом, посмотреть пациента. Поликлиники Приамурья реорганизуют в рамках федеральной программы развития здравоохранения и областной программы развития здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы. Реорганизацию начинают прямо с порога, регистратуры делают открытыми. Теперь пациенты прямо в холле и поликлинике могут получить нужную информацию, например, консультацию специалиста страховой фирмы. От элементарных консультаций по любым вопросам и вплоть до жалоб на качество оказания медицинской помощи. То есть все вот эти вопросы рассматривают представители. Их несколько уровней. О реорганизации больниц, поликлиник говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2016-го. Пациенты стали экономить личное время, врачи освобождают от рутины заполнения вороха отчетов и справок, отметил президент. А в следующем году в медучреждениях планируют ввести еще одно новшество. Врачи будут выписывать уже электронные рецепты. Денис Свириденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.